еще раз, та самая знаменитая лестница, по которой поднимаются голливудские звезды во время церемонии вручения Оскара. Они поднимаются в знаменитый зал театра Кодак, там, где их ждет или успех, или разочарование в этот день. Это та самая знаменитая аллея, которая услана красным ковром в день вручения церемонии Оскар. По нему проходят все звезды из Голливуда и знаменитости мира шоу-бизнеса. И прямо напротив этой аллеи стоит странное здание, на котором написано: это здание принадлежит свободным масонам и является храмом для людей всех наций, которые здесь найдут своих друзей. Это знаменитая площадь Вавилон со всеми символами и скульптурами, знаками Вавилона. Потому что Голливуд всегда сравнивали с Вавилоном. Сюда стекаются люди не просто со всей Америки, а со всего мира, чтобы достичь здесь успеха, признания, стать богатыми и знаменитыми. Поэтому здесь смешались все языки и расы.